Сегодня мы снимаем один из главных проектов России. И в эту студию мы приглашаем Влада Кридова. Здравствуйте, Влад. Здравствуйте. Как ваше настроение? Павел. Отлично, отлично настроение. Итак, сегодня я вам задам каверзные вопросики. А? Начинаем задавать каверзные вопросики. Ну, давайте. Итак, Влад, первый вопрос. Что вы ожидаете от шоу «Холостяк»? От шоу «Холостяк»? От шоу «Холостяк»? Я ожидаю найти себе жену. Где, конечно же, жену любящую, верную, настоящую. Бедную, умную, красивую, добрую, желанную, прекрасную. Для чего вам нужна жена? Каверзные вопросики. Каверзные вопросики? Каверзные. Жена мне нужна для того, что я решила стать семьянином. Я пора. Сколько мне лет? 20. Уже с хвостиком. Поэтому пора. Третий вопрос. Были ли у вас отношения до проекта «Холостяк»? Когда-то у меня была девушка. Вы думаете, почему я начал писать свои песни? Почему? Следующий вопрос. Правда ли, что вы состояли в отношениях с Нюшей? Я лично не в курсе. Кто состоял в отношениях с Нюшей? Итак, как вы думаете, вы найдете ту самую на этом проекте? Это если, смотри, как вы подобрали мне жену, надеюсь, что да. Итак, последний вопрос. Что для вас значит любовь? Любовь для меня – это когда… Нет слов. Нет слов, чтобы описать, что такое любовь. На самом деле любовь – это когда ей плохо, а ты берешь и покупаешь ей плохо. На турель. Сейчас наш долгожданный холостяк будет знакомиться с участницами. Поехали. Знаешь, чем пахнет? Чем? Сексом. А этот? Подарок. Подарок. Ты мне приготовила подарок? Сейчас. У меня денег мало, конечно. Я хожу по проектам, собираю подарок. Сейчас я приготовлю. Тебе. Я делала своими руками. Вот мне еще помогала. Кто, мама? Всю ночь сделали. Вот. Это фирменная вилочка. Вот. Ты можешь кушать все, что угодно. Она трансформируется! На выход. Ты ничего не понимаешь! На выход. Я на люблю выход. Тебя! На выход! Ну что, девчоночки, я решил позвать другую из вас. Надеюсь, она будет получше. Какая из вас теперь хочет пойти со мной на свидание? О, знакомство. Че, не какая? Да, мне? Мне махала? Соня? Ну что, привет. Привет. Я так понял, ты Соня? Да. Ну что, готова к серьезным отношениям со мной? А? Ладно, задам вопрос по-другому. Готова ли ты со мной... Готова ли ты со мной? Чё? Ладно. Следующий вопрос. Подарок. Он как бы есть? А? Б! Есть подарок! Я не перенесла подарок?
бритвенный набор. Зачем? Чтобы твои подмышки были такими же гладкими, как мои ножки. Итак, я приглашаю следующую в надежде найти себе жену со мной на знакомство. Ну, здравствуй. Привет. Ну, привет. Как звать-то тебя? Даша. Даша? Знакомое имя. В России. Видела я тебя где-то, Даша. Прошел слушок, что ты снималась в предыдущем холостяке. Куда ты отворачиваешься? Колись. Ну, я была уже один раз, очерк. Тебя выгнали, я так понимаю. Нет, я сама ушла. Куда ты смотришь? Блин, эти глаза косятся. Вопрос актуальный на передаче «Холостяк». Готова ли ты к серьезным отношениям? А? Готова. Чего готова, блин? Святой праздник Пасха. Вопрос такой. Где же мой пасхальный подарок? Это тебе мое яичко. Оно со звездочками и с водичкой. Высидела моя курочка. Курочка, здесь только ты, Даша. Ладно. Оно в смятку? Или в крутую? Для тебя крутую. Как круто! Это к несчастью. Ну что, вам понравились наши девочки? В публичном доме? Что могу сказать из ваших девочек? Я запомнил только, от которой попахивает, у которой все гладко да сладко, и третья со своими пасхальными приколами. Хорошая была девочка. А ты откуда знаешь? Ну что, вы определились с выбором? Я готов. Я готов. Начинаем. Так, сейчас я озвучу вам свой выбор. И подарю вам цветок. Тот самый цветок, означающий, что я выбрал одну из вас. Вы готовы? Да! Начнем! Этот цветок я вручу одной из вас. Кем же будет та самая, единственная? Надумал я тут одну идейку. Это к несчастью, как яйцо. Подумал я, подумал и решил, что все вы тупые. Я вообще с вами не хочу вообще связываться, понятно? Я ухожу отсюда. Какого? А для кого? Наш сезон холостяк с Владом Кридом. А знаете, что пахнет лучше этого? Конечно же, прокладки. Натурелла. Лучший во всем мире. Фу.